Привет, ребятки! С вами снова Максимус. Продолжаем проходить Dead Space. Мы находимся в оранжерее. Сейчас будем спасать мир, как обычно. Так, не помню, куда мне идти. Явно не сюда. Да, видимо, все-таки сюда идти мне. Потому что не полутано. Так. Все опять позабывал. Давай, что ты. Ох, блять! Сука, напугала. Так, желтая херня. Где она? Скотина, а? Так, маленькие аптечки есть? Маленьких аптечек. Есть. Была, да. Съедим ее. Напугала, блин. Исполняющий обязанности главного инженера Темпл. Запись. Я пришел сюда за доктором Элизабет Кросс, но не нашел ее. Тут вообще никого нету. Лишь это органическое дерьмо повсюду. Попробую посмотреть на рудной платформе. Это единственное место, где я еще не был. Тут что? Зона невесомости. А, окей. Че, мне типа не сюда, что ли? Блин, я забыл, как тут летать. А вот как это. А, походу я зря это сделал. Надо электричество выключать. Так, и сейчас меня получается загрузит, да? А, нет. Тоже грузит. Нормально. Я пришел сюда за доктором Элизабет Кросс, но не нашел ее. Тут вообще никого нету. Лишь это органическое дерьмо повсюду. Не верьте в их ложь, читайте. Единственное место, где я еще не был. А, типа алфавит этот. Так. Зона невесомости. Так, вот сюда, наверное, да? Точно. А я вот туда полетел. Мы сейчас оттуда вылетели, да, получается? А если мы схватим этот ящик, туда его кинем. Ничего не произошло. Сюда если мы. Мы тут не пройдем в любом случае. Или я неверно выбрал путь, или где-то есть какая-то задачка. А вот что такое? А, да, вот сюда. Маленько тяжеловато ориентироваться в пространстве, конечно. Так, мы это убили? Убили. Давайте доверимся этой штучке. У нас все движется. Еще один уровень должен быть. А, был. Я тут уже был.
на этом уровне. Поехали на первый. Я сюда пришел, кстати. В прошлой части. Вот это еще будет летело на стене. Химик молча играет в Dark Souls. Да, раскотина не пригласил. Я просто раз здесь не заметил сейф, по кругу бежал. Давайте сохранимся и пойдем в другую часть корабля. Сейчас барахло только скинем лишнее. Да, птичка выкинуть. Да, а вот эту переместить. Так, это мы перемещаем. Так, 7 узлов, все хорошо у нас. После того, как найдем следующий костюм, начнем закупать узлы в промышленном масштабе. Так, тут ничего нету, что ли? Интересно, где спрей дамажит, нет? Дамажит, не буду пока на верстаке ничего делать. Ништяки, 2 пачки патронов. Так, поехали наверх. Лут не дал. Странно. Я вот не знаю, во всех играх буквально вот растет таких отсеках до гидропоники. Буквально 3 тыковки, там, не знаю, 3 куста помидоров и 5 огурцов, грубо говоря. Как они. Как им хватает этого вообще. Хотя, может, они растут постоянно у них. Растения все равно должны погибать. Так, где еще? Отлично. Напряженное место довольно-таки. Сейчас, это по звуку ориентировался, получается. Блин,
Вот у меня интернет 4 раза подряд упал, и я поэтому начал сейчас записывать Dead Space, потому что это сильно делать было нечего. Сейчас интернет не падает. Даже намека на это нет, как говорится. Ох, ёпта, ты откуда, дружочек? Мне так патронов не хватит. А, это вонючка, наверное, сидит. Ну, точно. Интересно, здесь этот черт большой будет, нет? Все что? Твои таракашки оставляй при себе. Пускай твои тараканы останутся в твоей голове, как говорится. Так, что у вас по аптечкам? Нормально, патронов достаточно, ячейки еще есть. Продолжаем. Так, там закрыто было. Открыто вижу. Странные какие-то шумы. Наверху-то не сидит. Ящики вижу. Где-то здесь черт сидит. Вот он. И что ты скажешь? Можете ударить? Я вот так. E-mail пришла какая-то. Давай, давай, высовывай свои эти. Эти черные пошли усиленные. Так, мне нужно в лифт. Нужно нам в лифт искать эти чертей. Кстати, ну-ка, нажми. Замена питающей цистерны. Давай, сперва тоже на второй уровень съездим. Посмотрим, что там у нас. Внимание! В отсеке переработки воздуха замечен токсин. Ремонтная бригада извещена. Что-то еле тащится этот лифт. Еще не забыть на третий этаж. Контроль гидропоники. Ух, ёлк, твою мать. Так, давайте сделаем вот так. И вот тот труп маленько разберем. Эзек, сделай нас единым. Понятно. Глюки у нас, ребятки. Сдохнешь, что ли? Ой-ой-ой, не кричи ты громко. Опа, вот он, сука, вот он. Чё один был? Да. Чё, сука, видишь, он на меня агрится, потому что я всех этих убил. Козел, блядь. Это, по-моему, не кто-то скребется. Как он называется? Чья-то рука или конечность просто бьется. Ошибка на движка там, или как она называется, физического. Заморозка.
Давай, давай. Сейф. Ну, короче, чё? Давайте туда зайдем, обратно выйдем и засейвимся. Так будет проще. Не помню, раньше вроде не было подрывников. Зона невесомости. Шипы, блин, даже прыгнуть нельзя. Сюда идти. Где, кто? О. Я на потолке сейчас сижу. Чудо странные эти отсеки такие. Зона гравитации. Кровавые. Понятно. Эй! Алло! Охрана! Слава богу! Это доктор Кросс, отсек гидропоники. Я ищу второго инженера Джейкоба Темпла. Нет, на инженерной палубе не знают, где он. Я в курсе, что на корабле общая тревога, потому и ищу его. Нет, у нас пока порядок, но транспортная система не работает, и мы не можем добраться до спасательных шлюпок. Алло! Эй! Какие-то ужасы происходят. Так. Ну нет, ребята, туда не пойду. По сути, все просто. А, видите, тут... О, блядь, тоже же дует, что ли? Нет? Это надо, по-моему, переждать, нет? Чё-то я не просёк, там дует или не дует, эта херня. Ладно, побежали. Мать, ты кто такой? Там, кстати, подрывник был в первой ячейке, я его заметил.
Но его, получается, убило, а взорваться он не взорвался. Что у вас там с патронами? Патроны все ок. Журнальчик, новые технологии. Так, ну все, больше ничего интересного нету. Кто-нибудь должен выскочить, наверное, отсюда. Давай, давай, давай. Нет? Ну нет, так нет. По кругу хожу. Так, мелких птичек нет у нас. Нет у нас мелких птичек. Я здоровье, в принципе, сильно не теряю. Уже, как говорится, опыт таких игр есть. Нужно искать сейф, чтобы видео не стало чересчур длинным. Хочу четвертую часть этой игры сильно. Внимание! На продуктовом складе обнаружена масса в 10 килотонн. Да. Надеюсь, мороженого крем-брюле. То ли когда я на них поворачиваюсь и начинаю орать. Мне показалось. Так, я вроде бы вышел в тот же зал, откуда поднимался. Мне надо съездить еще на второй этаж. Так, вылечимся. Так, мне обратно идти, да, получается. Сейчас мы толстяка полутаем, съездим на второй этаж. Кстати, лифт почему-то здесь оказался уже. Второй же? Нет, на третий надо ехать, на третий. Watermelons, это арбузы по-английски. Вот тоже, у нас арбуз, у них watermelons. Получается, и 5 букв, вы против, вы 10. В чем логика? Делится, как перевод из слова melon. Рубиновый проводник, по-моему, десятку стоит. Ну, пожалуйста, первый этаж. Интересно, если сейчас его лопнут, с него вылезут эти черти? Не попадаю. Все, возвращаемся в главный зал. Отраву все мы выключили, остановили. Че? Должно было это меня напугать, да я даже не заметил этого. Ладно, обойдусь без верстака этого.
Да ладно. Я там еще одну не нашел. Ну ладно, ребята, я сейчас да, по-быстрому туда сгоняю. Один. Раз я там не нашел. Надеюсь, вам понравился этот экшен. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, зовите друзей, подруг, родителей и так далее. Ну и всем до скорой встречи. Всем пока.